Тем временем простые граждане по-разному смотрят на перспективы выхода на плато эпидемии коронавируса. Кто-то уверен, что скоро станет лучше, некоторые, наоборот, настроены пессимистично. А значит, надо тщательно соблюдать режим самоизоляции. При этом находятся и те, кто вообще не верит во всю серьезность происходящего. Как вы думаете, в ближайшее время пойдет на спад или выйдет на так называемое плато вот эта эпидемия? Если будут соблюдать все предосторожности, то пойдет на спад. А если как у нас люди ходят без масок и без перчаток не соблюдают, то не знаю. Я думаю, все лето будем сидеть. Почему вы так думаете, что ухудшится? Ну, а куда она уденется? У нас же люди все равно вон все гуляют. Маски толком не помогают. Купить их даже, если хочешь, негде. На ваш взгляд, в ближайшее время пойдет она на спад? Конечно, пойдет. Пойдет кого-нибудь. Чего вы думаете, что пойдет? А куда же он денется-то? Пойдет. Пойдет, все пойдет. А почему вы так думаете? Ну, потому что меры предосторожности соблюдаем? Соблюдаем. Значит, все пойдет. Я думаю, конечно, к лету, дай бог бы, что все наладилось. Конечно, хочется уже выйти на улицу, когда тепло. Дома уже все устали сидеть, и дети, и мы все сами. Тяжело, конечно, вот это все переносить. Я вообще в него не верю просто. Тому и считаю, что все это вымышленно, все это придумки чьи-то. Ну, я не верю. Я думаю, что все равно все закончится, вся эта система. В общем-то, я думаю, что это недолго протянется. Почему так думаете? Ну, я думаю, что люди все равно должны быть, как бы, соблюдать все меры, сидеть дома.